Кто тупой, блядь, давай, за приезд. Ай. Валера. Тут рядом. Что это? Мне кажется, мы какой-то жмуров выловим быстрее. Какие заключения можно сделать? В Тульской области очень чистые водоемы, потому что если посмотреть ролики коллег из других областей городов, они ведрами просто всякое говно достают. Мы уже на третьем водоеме, да, за все время шоу. И пока вот. Прикиньте, там найдешь мелочь. Не, походу хуюшки надо наверх лезть. Да, ладно, сгоняй. Операция, лом был небольшой, два металлических камня, как ни странно. И дореволюционный гвоздь. Да, это не исключено. Это мы сейчас покрупнее снимем. Да. Да. Да, серьезно уже, по сравнению с предыдущими ложами, где мы все почти нашли на берегу и без магнита. Так что улов небольшой, собираемся сменить локацию, придется вызывать кит-мобиль. Кит, я вызываю тебя!